Всем привет, с вами я, Магистр, и сегодня мы играем в игру под названием Jack Smith. В этой игре, конечно, уже 100 лет наверняка больше. Но я подумал, а почему не пройти? Не поздно же проходить бы старые игры. Начинаем играть. Конечно же, мы назовем мое имя. Ну, знаете, так. Продолжаем. Так что-то пёрнуть хотят. Очень интересно. Даже очень круто. Крыса какая-то. Волшебник. Гребаный волшебник какой-то. Да, это крыса какой-то волшебник. И нам нужно его найти. Собрал всех воинов. Подудел в свой дудок, вызвал мудаков каких-то, да? Какая-то карта. Тут собака говорит, летучая мышь, какая-то слизь, летучая мышь. Я тоже так могу. Ага. Скрафти. Ага. Ага, какой-то меч. Бесконечность. Ну да. А теперь поставь ровно. Perfect. Perfect. Говно. Господи, еще меч. Ну сейчас мы быстро сделаем. И что там что-то теряется. Скорость, что ли, это время. Какой на Е сегодня встал? Связучий? Блять, почему-то последнее говно получается. 100-190. Да я гребаный волшебник. Не буду терять время. Как скорострел полетел. Время остается очень мало так. Последнюю поставь нормальную, слушай. Год. Ты чё, херё? 198-96. Итого... А, это деньги? 40?
куда мы направляемся? Впереди летучая мышь. А, слизь идет теперь. Вот так. Этого тупого слизняка, чтобы он своей слизнью тебе не обмазал ногу. Офигенная игра, ребят. Вот так, давай. Пей эту летучую грубую мышь. Пей, на. Ты что, меня бьешь? Ты что, офигел? Ура! О, золотой скульптур. Первый уровень. Мы доходим до второго. Опа, что это? О. Интересные ресурсы. А из этих ресурсов можно чем-нибудь поменять? На чем-нибудь лучше, не? Ладно. О, привет! Я тебе знаю, что это за папас бургеры. Как-то бургер. Бургер Фринг. О, новый герой. Лукачлен. Ой. Лукачлен. Кто там? Летучая мышь, змея. Паук. О, ну давай, даже не буду терять время. Давай сделаем бронзы. Здесь хорошо быстро подшел. Не сзади. Это зараза. Ты сегодня сделаешь все нормально? Говно какое-то. Чё? Говно сделал, да? Ладно, сто! Ехать, как подъедем! Давай еще один лук. А, уже не получится, ладно, похер уже. Думаю, никому не интересно, как я сделал лук. Так что, думаю, вот это занятие можно пропустить. Сто! Да я кто такой? Охереть. У меня уже не хватает. Кто слетел? Подожди, у меня камера слетела. Я дернул камеру. Главное мне тоже пока. 198, ну тоже нормально. Я думаю, итого я получил 24. Ну чё, голубой? Я думаю, мы выиграем. У меня очень хорошие луки получились. Ну не говно. Да иди в задницу, все нормально. Ура! Давай змею хлебаш. Разверни его в звенок, а потом засунь обратно в звенок. Паук, давай финальный. Бей. Господи, он нас бьет. Так, сломался.
Я тоже сбежал. Да куда ты пошел? Трусы, блин. Трусы на голову, что ли, одели? Я не понял. Вот, третий уровень. Какие ресурсы? Нормально, ладно. О, пушки. Угу. То есть следующий будет топор, да? Кто там следующий, говори? Цветок, летучая мышь, слизь, слизь. Ты кто такой, птица? Мне тебе крылья оторвать. А. Я, привет, я буду твоим продавцом, пошел нафиг, спасибо. Что у тебя там есть полезного? Спасибо. У тебя пока ничего не полезного, иди в задницу. Угу. Так. Я не буду тратить, я из бронзы буду делать. Так. Это пока оно делается. Он точно пройдет. Отсюда, на тень меч, что я буду делать. Так, я пропускать не хочу, но мне лень. Там на волшебник какой-то, да? 197. Так, нормально, теперь сюда давай. Сто 198. Вы понимаете. Пять говно. Сегодня просто фартит. Не зря я сегодня магистр. Сегодня, да, я магистр. Магистру всегда везет. Я же маг. Что ты заколебал, слушай. Он кидается, оказывается, по шкафу, ты сейчас заметил я. На. Сейчас будем сбивать других дебилов. На. Лучек, козел. На. Давай. Тихо, тихо. Золото, золото. Так, и что на этот раз я получил? Да, четвертый уровень я получил. Угу. Продолжаем. Новое оружие. Топор. А ты знаешь, как топор рубит? О, давай. Он просто... Хотя ладно, пофиг. Но я тебе скажу, это даже топор. Хотя я думаю, это топор, так скажешь, что у тебя там пчела, пчела, змей, змей. Или туча мышь. Ой,
Я думаю, топор будет хороший, ну потому что, ну, понимаете, топор это... Под ремень. Подъем, удар. Подъем, удар. Но мы этим будем заниматься в следующей серии. Всем пока, с вами Магистр, вы были на канале Магистр Плеер. Все в следующей серии. Всем пока. Аливидерчи.